И Ильхам Алиев напомнил лидерам СНГ о героизации фашизма в Армении. В ходе своего выступления на саммите глав СНГ в Ашхабаде, президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал о том, что в Армении героизируют фашистов, отметив, что главы СНГ неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Горигину Тер, Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Горигин Жде, продолжил Алиев. Он также процитировал майский доклад МИД России, посвященный ситуации с героизацией нацизма, в котором говорилось, что в отношении Жде имеется информация о его сотрудничестве с нацистами. И Ильхам Алиев напомнил, что впоследствии Жде был арестован советскими властями и умер во Владимирской тюрьме. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. «Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ», — сказал лидер Азербайджана. После Ильхама Алиева слово перешло к премьер-министру Николу Пашиняну. Он начал защищать Горигина Жде, отметив его борьбу с турками. Такая реакция Пашиняна вызывает недоумение, удивление и разочарование. Спасибо, уважаемый господин президент, уважаемые главы государств. В первую очередь, я хотел бы выразить благодарность президенту Туркменистана Гурбангулы Алиеву Чебирду Мухамедову за теплый прием и гостеприимство. Вчера состоялась наша встреча, которая еще раз подтвердила братский характер отношений между Туркменистаном и Азербайджаном. Также с теплотой вспоминаю мой прошлогодний официальный визит в Туркменистан, в ходе которого был проведен очень широкий обмен мнениями по насущным вопросам и было подписано рекордное количество документов, а именно 21 документ, который наполнил еще новым содержанием наши отношения. Хотел бы также отметить личную роль президента Туркменистана в деле развития страны, а также благоустройства Ашхабада. Часто бывая здесь, вижу разительные перемены, стремительное развитие, современную инфраструктуру. В прошлый раз я ознакомился с Олимпийским городком. Все это радует глаз и создает очень хорошие возможности для граждан заниматься спортом и активно вносить вклад в дело развития страны. Также поражает масштабное строительство. Знаю, что президент лично контролирует каждый проект, поэтому город цветет и создан уникальный единый ансамбль градостроительства. Одним из вопросов повестки дня сегодняшнего саммита является обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. На фронтах самой разрушительной кровопролитной войны, а также в тылу, нашими народами были проявлены героизм и мужество, являющиеся примером для последующих поколений. Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Азербайджан обеспечил всю страну топливом. Более 70% нефти, 80% бензина, 90% моторных масел, столь необходимых для фронта, приходилось на долю Азербайджана. Без этого советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт. На торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море». В этом углублении находится жидкий черный шоколад, название «Баку». Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано «Баку». Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа.
И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимого для победы, а город Баку взлетел бы в воздух, потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины с тем, чтобы они не достались врагу. То есть там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч. Весом вклад в нашу общую победу представитель азербайджанской науки. Так великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Мало кто об этом знает, но это правда. На заводах Баку днем и ночью производились знаменитые «катюши» и другое вооружение, ставшее кошмаром для врага. В Азербайджане свято чтят память погибших и проявляют большую заботу о ветеранах войны. В годы правления марионеточного, продажного, антинародного, позорного режима Народного фронта 1992-93 годы 9 мая перестал быть праздником, а ветераны войны подвергались унижением и оскорблением. Одним из первых решений Гейдара Алиева, после того, как он возглавил Азербайджан, было объявление 9 мая Днем Победы. С тех пор этот красный день календаря является национальным праздником и нерабочим днем. Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Горигину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Горигин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад, кавычки открыты, о ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, кавычки закрыты, в котором говорится дословно: «Бывшая правящая республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Горигин Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с Третьим Рейхом», кавычки закрыты. Это позиция МИДа России. В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в шестом томе издание «Тайная война. Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны», 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война. 41-45 годы», изданной главной редколлегией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу, говорится: «В рамках агентурного дела на обергруппу 114 «Дромедар» контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было: «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». Комментарии тут излишни. Нжде был арестован и закончил свои дни во Владимирской тюрьме. Так вот, этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ. Благодарю за внимание. Затем выступили главы других государств.